Всем привет, с вами Кейн, и сейчас я на Аляске, нахожусь, у меня тут почти исследована карта. Нахожусь я в Белой долине, это последняя, которая с самолетом там на полосе. Решила взять, сейчас подожди, где он? Вот это ж, вот задание, следить. Я немножко поездил по Аляске тут, исследовал себе, нашел 12 улучшений. Короче, у меня теперь, ёлы-палы, грузовик прокачанный. Короче, высокая подвеска, плюс колеса самые большие. Двигало тоже там неплохое стоит, в принципе, мощное довольно-таки. Поставил, лебедку я не поставил. В общем, лебедка, по-моему, обычно стоит. Вот, нам надо... опять я ж не туда поехал, да, что ж ты будешь делать, а? Надо пролаживать маршрут. Вот. Да, в общем, взял я вездеход прокачал наш. Короче, чуть проехался на нем, в общем, он... хороший такой, в принципе, в проходимости очень даже крутой, в управляемости тоже прикольный. Мне понравилось. Поставил ему низкое седло, так как это требует задания. Шноркель, кстати, ему поставил. Ну, не уверен, что с такой высотой здесь нужен шноркель. Это уж где-то если в реку в какую-то въезжать. Короче, колеса у меня с цепями. Прикольные. Но, блин, слишком громоздкий. Я тут на Хаммере проезжал. На Хаммере, короче, получилось, в принципе, довольно-таки комфортно, но... На Хаммере, кстати, я катаюсь на стоковых колесах. Я посмотрел, они, как по мне, так они лучше, чем все остальные. Даже те, которые с цепями, поскольку те, которые с цепями, дают только на льду преимущество. А так, по-моему, там на трассе, получается, они наоборот не очень хорошие, там, по-моему, проходимость получается. А, так, что-то я застрял. Коробку не ставил, эту с неохотно, но надо было бы поставить. И лебедку, в принципе, удлиненную. Я вот единственное, что только не пойму, полный привод включен, да? А чё ж ты не хочешь? А, это дифференциал. Прикольно. Так, ладно. Надо взять, перецепиться. Вот так вот. Блин, это цистерна, чувствую, не доеду. Надо было брать, конечно, удлиненную. Хотя не, лучше надо было взять мощную. Я что-то тупанул. Я думал там мощную. Просто там на 16 уровне будет доступна, она как бы и удлиненная будет, и мощная одновременно. И мне кажется, что вот и нужно докачаться и взять как бы лучше всего ее. Кстати, насчет того, я что-то думаю, как мне туда заехать? Мне, наверное, по этому надо. По озерцу этому было ехать, я что-то... Так, ну давай попробуем заднюю туда. Что-то если я застряну сейчас, то это уже все. Хотя не, если я тут проеду, то как раз шноркель как раз
Тогда дай мне пригодиться. Эх, было бы неплохо еще как-то развернуться, но развернуться я не смогу. Ладно, стрелять не идет. Передачу. Давай, давай, назад. Хотел, конечно, бы пройти на тяжелом. Попробовать, поскольку он там не такой по проходимости вообще огонь. Но там только высокое седло ставится, а нужно низкое, поэтому взял вездеход, как бы первый, который получается доступен, что ли. Ну типа самый простой. Опасный уровень воды, да ну нафиг, не может такого быть с таким шноркелем. В смысле слишком далеко? Подожди. Вот это что там? Низкое седло. Ну. Вездеход. За бред-то. А, либо она забаговалась, эта зараза. Вот, а ну-ка. О, ёлы-палы, я думаю, что за херня? Короче, мелочи жизни. Так. Ну, зато хотя бы ехать недалеко. И постепенно будем по чуть-чуть прокачиваться. Дальше. Для тех, кому интересно, цепи дают только преимущество на льду. А в грязи никакого прироста не дают. Да. Тяжеловато.
Даже такому мощному внедорожнику. Блин, знал бы, лучше бы поставил лебедку тяжелую. Кстати, в принципе, это идея, но... Вообще великолепно. Главное теперь не перевернуться. Потому что высота этой хрени довольно-таки большая. Цистерна, кстати, тоже солидная. А, кстати, я хотел класс заправить. 3700, ну нормально. Почти 4 тонны получается топлива. Так, я теперь, кстати, могу вернуться на болото. И там получается вытащить много чего интересного. Но пока что поиграем на Аляске. Потом вернусь в Мичиган. Это делаю там некоторые задания. Прошлые выпуски были, в принципе, все про Мичиган. Там, ну, почти, по-моему, все. Поэтому, думаю, добавлю немножко Аляски. Сейчас вот заедем. Давай поворачиваем. Ой, управляемость, он вообще шикарный. Подожди, а вот мне 200 надо, у меня полторушка сейчас, да? До следующего левела. Ну, вот так вот. Сейчас возьмем другое задание. Итак, продолжаем. Взял я другой модуль. Поменял низкое седло на этот модуль. У нас задание нужно отремонтировать и заправить скаут и отбуксировать на стоянку. Это универсальный модуль, в нем есть немножко ремонта и немножко топлива, что как раз нам и нужно. Но прицеп прицепить к нему не получится, поэтому полный привод. Поэтому для таких заданий, то есть где нужен мелкий ремонт, этот модуль, в принципе, очень-таки хорошо подходит. Но если нужно отремонтировать более крупную технику или с большими какими-то повреждениями, там, то нужно взять такой зеленый будка, там, зеленый модуль. Там много ремонта есть, там, что-то около 1500 инструментов или запчастей. И... Да шо ж он так? И на нем можно... И к нему, вернее, можно прицепить прицеп. То есть либо с топливом, либо же взять вот такой вот прицеп с вот этим модулем, что у меня сейчас стоит. Там будет топливо. В принципе, отбуксировать что-либо куда-нибудь хватит. Проходимость, в принципе, неплохая у этого внедорожника, но все же мне интересно попробовать какой-то более мощный, там, катерпиллеровский, например, там, или еще что-то.
насколько он будет крутой. А, кстати, да. Не апгрейдил я насчет этой лебедки. Хотя вот думаю, там вроде деньги какие-то есть, небольшие, но в принципе на лебедку-то хватит. Просто стоит ли тратиться на нее? Блин, походу стоит. А, ё-моё. Ремонт. А, вот 300 ремонта. Получается. И есть еще заправить. Вот, заправить у нас получается 1400 литров, то есть вполне себе дохрена, я бы сказал. Сейчас лебедочку. В общем, на лебедку взять можно, но прицепить нельзя, к сожалению. А так модуль, в принципе, мне очень нравится, поскольку, то есть, 1400 литров топлива, то есть, это хватит и этому грузовику, и, допустим, заправить еще какой-то. И плюс еще есть, ну, 300 ремонта, как бы это не так уж много, но, в принципе, тоже нормально, что-то отремонтировать да хватит. Поэтому модуль, по мне, так очень-таки хороший, плюс он еще низкий. То есть шанс перевернуться чуть-чуть меньше, чем у другого модуля зеленого, который большой. Он высокий, и на нем, короче, очень проще перевернуться, поскольку он добавляет, как бы сказать, остойчивости этой грузовику. И где-нибудь на яме можно сильно перевернуться. Сейчас выполним это здание, покажу модуль и, наверное, все-таки поставлю лебедку, хотя бы какую-нибудь тяжелую, в смысле. Пригодится. Я так думаю. Ну, проходимость очень-таки хорошая, мне очень нравится. В такой грязище. По Мичигану, конечно, на таком грузовике, ну, нет смысла ездить. А вот по Аляске вообще очень шикарно. Хотя не, вру, в Мичигане, если на болото заехать туда, то вот именно на таком как раз и надо. Здесь на Аляске я, кстати, чуть-чуть покатался, пооткрывал. В общем, я открыл уже 12 улучшений, в том числе и для этого грузовика, внедорожника. Но найти остальные, блин, по-моему, будет довольно-таки непростая задача, поскольку я открывал вышки, и на карте не отображались эти улучшения. Я их находил, то есть, по пути к этим вышкам или наоборот уже от них.
но на карте этих улучшений просто не было отображено. А я могу пересесть? Ага, не могу. Правильно? Не могу. Ну ладно. Он может сам потом исчезнет, этот джипик. Или как? Я его что-то сюда привез, и я думал, он исчезает обычно. Ну, в общем, примерно вот так. Потом давайте тогда сразу же возвращаемся в гараж. Покажу модули, то есть вот на вот этом модуле, то есть у него 1500, по-моему, есть ремонта, но нету топлива, а на этом модуле, то есть 300 ремонта и 1400 топлива, то есть он больше по топливу, чем по ремонту, ну то есть что-то отремонтировать хватит. Вот такая вот штука. Высокая, так, ну и лебедка стоит стандартная, я взял бы мощную, хотя есть улучшенная средняя, она, то есть, и удлиненная, и этот, ну блин, брать или не брать, это удлиненная средняя, в принципе, я бы взял, наверное, эту, мне кажется, она более практична. Давайте возьмем эту. Вот примерно так. Итак, решил я кое-что тут доделать, достроить мосты, чтобы открыть больше все возможности для прохода. И нашел вот это. Вот эту хрень. Это просто... Малая цистерна. Какая малая цистерна? Где? Это разве малая цистерна? В общем, вот это вот хреновина, что ли. Я... В общем, вот это вот, что за хрень, это просто огонь, не знаю. Здоровенная громадина. Какая-то установка, в общем, блин, интересная штука. Ну, не знаю, когда будет задание стоить. Но уже хочется пройти, попробовать поиграть. Так, и вот у нас есть тут прицеп с запчастями, что нам как раз и нужно, хотя это пока что не указано. Да. Загрузила деревянные доски там по пути, когда открывал вышки. И нашел вот этот прицеп с запчастями. В общем, это все нужно для постройки этого моста. Сейчас. Опа. Деревянные куски, так. И часть. Вот. Теперь строится мост, что открывает мне больше возможности для маневра, плюс опыт, деньги. И теперь для, да, вот этого моста мне нужно взять запчасти здесь. Правильно же, здесь. Ага, хорошо. А прицеп этот я думаю оставить себе, если получится. Ну, в смысле, продам. На этом. В магазине прицепов, то есть мне дадут за него деньги. А если надо будет, просто возьму и куплю. Тем более здесь достаточно много магазинов прицепов. Ёлы-палы, что так заносит. Надо только поближе подогнать к своему гаражу.
потом буду ехать и заберу. Гараж мой где-то там вот находится. Я сейчас возьму запчасти. Два. И поеду. Поеду построю мост. Следующий вот этот. А, в принципе, я мост. Не, с этой стороны, по-моему, кажется, ближе будет, да? Ну, в общем, ладно, там просто по дороге, направо-направо. Без отметок обойдемся. Сейчас, блин, не врезался. Будет больше мостов, будет больше возможностей для проезда, где не будет, то есть сократить мне время выполнения какого-либо задания. Дабы увеличить проходимость. Ведь мост уже рядом. Давай, давай, давай. О, я еще уровень себе поднял. Отлично. Надо, все прекрасно. В следующем задании выпуске я хочу сделать вот это вот, проехать здесь, вот попробовать. Мне вот очень интересно. Плюс по пути хочу взять еще вот это вот улучшение. Что это такое? В общем, спасибо за просмотр. Я в конце выпуска просто проедусь так вот, заберу прицеп и отъеду домой. В общем, вот и все. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.